Общеизвестно, что Хасавюртовский район занимает ведущее место в производстве зерновых культур в целом по республике. Сева зимних культур под урожай 2018 года в районе был проведен на площади 15 320 гектаров, что на 211 гектаров больше уровня 2017 года. За последние три года площадь зимних культур в районе увеличилась на 1647 гектаров. В настоящее время в районе идет уборка подсолнечника, а также риса, которые занимают площадь. Подсолнечник 6016 гектаров и рис 570. Мы же побывали в МУП Османюртовский, где приступили к уборке подсолнечника 26 сентября. И вот что сказал в беседе с нами главный агроном хозяйства Хамзат Айсунгуров. Приступили мы к уборке подсолнечника 26 числа. Погодные условия нас прервали, осталось всего 40 гектаров по солнцу. Урожайность неплохой, 20-21 гектара. Сеяли мы 100 гектаров, на площади 100 гектаров по солнцу. Зимой поливали, поэтому урожай считаем нормальным. В этом году планируем посеять 130 гектаров. Сеяли мы сорт «Мастер» краснодарской селекции. И семена покупали там же. Сорт хороший, мастерщик высокая и урожайность высокая. При нормальном агрофоне может дать до 30 центнеров. В связи с этими высокими температурами в этом году урожая, который мы планировали, конечно, получили, мы планировали по 30. Завтра, думаем, закончить уборку подсолнечника. В уборке заняты два комбайна, нанятые со стороны, и две автомашины ГАЗ-53. Перевозом подсолнечника занимается водитель Анасов Руслан и Оспио Абдулла. Конечно, 20-20 сантиметров гектара – результат неплохой, особенно в Хасавюртовском районе, где данная культура возводится на багарных землях. Здесь же в ООО «Османюртовске» в этом году, хотя и с некоторыми трудностями, удалось провести полив. Ведь мы знаем, что орошаемая земля всегда дает хороший урожай. Тут, как говорится, есть чему поучиться у руководителя данного хозяйства Абдулагида Имрисултанова, который вкладывает в землю все свои знания, опыт и, конечно же, средства, а земля, в свою очередь, одаривает щедрым урожаем.